Приветствую вас, подписчики моего канала. В этом видео я буду обозревать свой супер реагент. На столе вы можете наблюдать много разных растворов, начиная от хлорного олова, заканчивая радиодеталями, также всякие восстановители, новые восстановители, о которых я еще не показывал, растворы с золотом. Вот, к примеру, раствор с золотом, который я получил из посуды. Это видео вы сможете посмотреть следующее. Оно будет так и называться: как получить золото из посуды. Также на столе находятся вот такие вот кубики. Это я буду обозревать с золотом. Сергей мне подогнал кубики, вот какие-то гирлянды золотые. Видите, сколько много. Также радиодетали. Вон сколько здесь советские радиодетали, процессоры. В этом видео я это перерабатывать не буду. Это будет после этой трилогии. Также на столе находятся растворы с золотом. Ну, к примеру, стандартный царско-водочный раствор с золотом. А вот, к примеру, раствор с золотом. Я заранее растворил золото, осадок золотом в супер-реагенте. Видите, такой немного как будто бордовый цвет. А точнее морковный какой-то. Ну да, бордовый. А вот так выглядит сам супер-реагент. Вот он, концентрированный, видите? Нет, это не раствор Леголя. Если кто-то не знает, что такое раствор Леголя, вы можете посмотреть в Википедии. Вот так выглядит супер-реагент разбавленный. Здесь всего несколько шприцов вот этого вот. Это один и тот же раствор, просто этот разбавленный водой, а этот концентрированный. Вот эта бутылочка заменит 200-400 литров царской водки. Вот эта бутылочка. Знали бы вы его цену, то есть насколько он эффективен, то поняли бы это. Также на столе находятся разные порошки. Восстановитель черный, о котором я еще буду показывать в будущем. Не в этой трилогии, а туда дальше. Также вот находится гравий. Такой оксидисто-железистый. Помните, я показывал видео «В поисках золота. Тайна ржавого каньона». Там я взял несколько килограмм такого материала, точнее два ведра где-то. Вот. Переработал и получил существенное количество золота. Об этом вы сможете посмотреть в третьей серии. Именно этим материалом я и буду заниматься. Я больше не буду перерабатывать перитовые камни всякие. А точнее, я буду исследовать еще, потому что есть одна разновидность камней с очень высоким содержанием золота. Но больше свое внимание уделю вот на оксидистые отложения. Вот такие вот. То есть обычная ржавчина, это железо. Там содержание золота может быть ничем не меньше. На то есть причины. Об этом вы сможете наглядно узнать во второй части. Почему я решил перейти на оксиды железа больше, чем на пирит. Потому что пирит перерабатывать невыгодно. На то есть причины. И вы об этом узнаете. Так. Мне сейчас понадобится стаканчик. Вы поймете для чего. Я хочу протравить два процессора для этого видео. Я все это растворю в азотной кислоте. Так. Осадок с золотом, который мне Сергей передал, я об этом буду показывать после этой трилогии, когда буду перерабатывать вот эти радиодетали, а заодно и этот осадок он сам выделял. Осадок грязный, я его потом растворю. Переливаем сюда раствор с золотом. Этот раствор я получил из посуды. В следующей серии вы об этом сможете посмотреть, как что я делал. Там я применял супер реагент. Потом я это все растворю. А сейчас мне нужен стаканчик просто. Так, все.
Пока убираю этот осадок с раствором золота в сторону. Потом я буду это показывать, все там растворю. А в этом видео я буду обозревать сам суперреагент. Рассказывать его свойства, что, с чем он реагирует и так далее. Так, горелка. Так, процессоры я обжег, всю позолоту снял, контакты. Можно их вытянуть. Стаканчик. Наша позолота, контакты эти все. Мне надо их протравить в азотной кислоте. Вы поймете для чего. Так, вода. Ставлю на плитку, необходимо протравить контакты в азотной кислоте, чтобы одно золото было. Ну вот, я вчера позолоту протравил в азотной кислоте. Вот позолота, шелуха золотая, чистое золото. Здесь и здесь. В одном стаканчике я сейчас буду растворять в стандартной царской водке позолоту, а в другом стаканчике растворю вот в суперреагенте. Я немного добавил сюда концентрата, чтобы было покрепче, чтобы быстрее растворилась позолота. Я хочу показать вам анализы и привести такие сравнения, в чем разница между суперреагентом и царской водкой. Это видео именно об этом. Чтобы зря время не терять, я не хочу отключать камеру. Так, наливаю, пусть золото уже растворяется. Так вот добавил, этого в принципе хватит. Еще чуть-чуть, ладно, добавлю. Просто он не так быстро растворяет, как кислота. Вот, позолоту залил. Вот, позолота наша. Золото растворится, и поверьте мне, все стандартные методы, что я показывал, будут бесполезны. Так, а это царская водка я подготовил. 1:3, как положено. Ну, так, нальем чуть-чуть. Так, налил. Ладно, побольше нальем, пусть растворяется. Вот она начинает растворяться, для анализа пойдет. Я надеюсь, мне хватит 15-20 минут все растворить. Так. Так в чем разница между суперреагентом и царской водкой? Из царской водки... Стандартный раствор царской водки. Из этого раствора золото выделить можно теми способами, что я уже показывал. Это железным купоросом, хлорным половом, пиросульфитом-натрием, сульфитом-натрием и так далее. То есть очень легко. Что касается этого раствора, вот золото уже начинает растворяться.
Отсюда золото можно выделить только вот черным порошком, к примеру. Кстати, я о нем еще сделаю целое видео. Это, возможно, будущее вот в этом порошке. Все дело в том, что если, к примеру, у вас будет 200 литров раствора, представим, что 200 литров, а там на 200 литров у вас будет всего 50 грамм золота, то выпаривать 200 литров раствора это ну просто нереально. Это очень много. Вот этот порошок спасения. Насыпаем порошочек туда, пропускаем воздух через раствор, чтобы он перемешивался с раствором. Пару часов, и все молекулы будут внутри в этом порошке. То есть он как уловитель молекул золота. Я об этом еще покажу, это пока так. Я чисто выставил все вот наглядно. Так же, как и вот оксидную руду железистую. Здесь 20% железа. А в железе идет золото тоже вперемешку. Так. Золото травится, вот оно растворяется. Пусть растворяется. Вот в чем разница. Чтобы не выпаривать растворы, вот этот порошок в будущем – это спасение. Так, чтобы время не терять, вот раствор золотом, который я заранее растворил в супер-реагенте. Это золото не из камня и не из компьютеров. Это я реально осадок взял, восстановил железным купоросом, растворил супер-реагентом. Ну, пока что восстановлю вот этим вот порошком. Насыпаю просто сюда. Вот. И пусть он восстанавливается. На это уйдет несколько часов. В конце я покажу, что получилось. Вот. Ну, дело пошло. Пусть золото выделяется пока что. Самое главное мне в этом видео показать анализы. И все. Я рассказываю свойства. Чем отличается суперреагент от царской водки? Да многим чем. Травить детали, к примеру, супер реагентом не получится. Это уже царская водка в этом деле лучше поможет. А вот камушки, камни или оксиды всякие, руды, вот это другое дело. Здесь он себя проявит с лучшей стороны. Вот почему я хочу перейти на оксиды железа. Так как оксид железа, очень маленькая структура. Это наночастицы. В отличие от пирита, который целиком надо растворять кислоте, поэтому оксиды железа лучше поисследовать, из них поискать золото в них. Если высокое содержание оксида, там на каждые 3-4 килограмма может приходиться 1 грамм золота. И вот эта бутылочка, ей можно обработать 5 тонн оксидной породы. Как вы думаете, сколько у вас уйдет кислоты царской водки на 5 тонн породы? Ну, не знаю сколько, но думаю, что литров 400, не меньше уйдет. Это только чтобы растворить, отфильтровать и получите несколько тонн раствора в перемешку с золотом и всяким мусором, который будет внутри. Так, ну вот растворяется золото, травится. Кстати, оно растворяется без выделения всяких там пузырьков. И еще что я заметил, да, золото, которое растворяется в суперреагенте, по-моему, не имеет никакого цвета. То есть прозрачный раствор получается. Так, что тут с кислотой? Травится, не травится у меня. Кислоту греть надо, чтобы она лучше растворяла золото. Почти не растворяется, блин. Позолота. Да плохо растворяет. А суперреагент, кстати, растворяет золото хорошо при обычной температуре. Его, наоборот, греть не надо, так как он разлагается. Я, прежде чем снимать это видео, разумеется, провел ряд испытаний в течение 2 месяцев. Я проверял температуру, при какой температуре он растворяет золото, также проверял период его распада, то есть держал его открытым, он не разлагается от кислорода, его можно хоть открытым, хоть закрытым держать.
Ну, период распада у него есть, наверное, у любого вещества есть. Но на несколько лет хватит его хранить. Температурный режим растворения металлов, ну, примерно стандартная комнатная температура прекрасно подходит. Греть его лучше не греть, наоборот. Вот он растворяет золото медленно. Золото растворяется. И сейчас, как золото растворится, мы с вами сможем наглядно посмотреть, что он не будет реагировать ни с оловом, ни с железом. Единственный вариант — выделить золото, как вот из этого стаканчика я выделяю сейчас. Вот реакция происходит, золото уже выделяется, вон пузырьки выделяются. Вот. Я заметил, что золото, растворенное, как я сказал, в суперреагенте, по-моему, не имеет цвет. То есть вообще прозрачное оно. Вот так вот бывает. Как видите, вы не все знаете. Какие сюрпризы, да? Как серебро. Как нитрат серебра. Потому что он совершенно по-другому растворяет золото. Это не царская водка, забудьте про царскую водку. Ну вот золото уже растворяется, его стало уже немного меньше. Вот такая шелуха растворяется достаточно быстро. С камнями посложнее немного, там приходится ждать часов 12. Ну, когда вот такая шелуха чистая, она растворяется в течение там 20-30 минут. Холодная царская водка, вон, залил, вообще золото не растворяет. Вот в этом-то и отличие, что, применяя кислоту, надо, во-первых, и греть ее, чтобы она лучше реагировала с материалом. Также, в чем отличие от суперреагента? Да в том, что она растворяет все, что не надо. Ну, я уже показывал, да, сколько видеороликов. Получается просто каша перемешку с золотом и со всякими подгруппами, соли всякие растворяются, щелочи, все это проходит, и все это очень потом сильно мешает выделить золото, которого очень мало, и напрямую его выделить, да, ну почти что не представляется возможностью. Толку туда лить железный купорос, так же как и олово, если только концентрация в растворе достаточно нормальная, тогда можно применять. Так, ну вот, золото растворяется. Что мне нравится, оно действительно растворяется при обычном комнатном режиме. Не надо греть. То есть вот так вот, просто залил и все. И ничего делать не надо. И золотишко травится. Вот эта вот бутылочка стоит полтонны кислоты. 5 тонн мне хватит обработать вот этой бутылкой. 5 тонн. Это он черный, потому что на самом деле он не черный, он бордовый. Кажется, как будто черный, потому что он очень концентрированный. Разбавляясь с водой, становится вот такого цвета. Вот, вот такого вот, бордовый. Это технологии 21 века, если вы еще не поняли. Ну вот, золото травится, вот, видите, уже меньше, меньше его становится, оно растворяется. А окрашивает его в такой черный цвет, или бордовый, как вот разбавленный, сложное соединение. Я не буду говорить, это секретная информация. Не хочу просто раскрывать свои тайны. Сами понимаете, если действительно я создал вещество, способное растворять только золото, остальное не трогать, ну это уже само по себе уникальное явление. Ничего, мне не надо никому ничего доказывать, я это практикой покажу. Пусть другие там думают, гадают, а я буду показывать. Но не рассказывать. Всего рассказывать не буду. По крайней мере, пока. Ну вот, золото растворяется, растворяется отлично. Я просто обожаю с ним работать. Также
Будут еще интересные видеообзоры с другими супервеществами. Еще есть парочку. Еще покажу. Еще вас удивлю. Это еще не все, но это вещество номер один будет. Сразу вам говорю. Я думаю, это в следующей трилогии. Я покажу про новое вещество тоже. Но оно неэффективное, оно достаточно дорогое. А вот это вот, оно прозрачное. Там просто как вот хлорное олово. А это дешевое, понимаете? Его изготавливать можно из обычных подручных средств, которые можно купить в магазинах. Вот в чем дело. Поэтому я и не хочу делиться с вами информацией, как его делать. Все должно оплачиваться и окупаться, с чего это я должен бесплатно делиться с вами золотыми знаниями. Такими. Я вам сказал, что то, что теперь мне известно, это просто бесценно. За один лайк, какой-то там дизлайк, извиняюсь, это многого вы желаете. Я никого не хочу ни оскорблять, ни обижать. Ну, просто это... Каждый автор имеет право сохранять или делиться своими мыслями, знаниями. Право. Вот золото вообще не растворяется в царской водке. Смотрите. Ну, если растворится, то, в принципе, окраска будет стандартная, всем знакомая. Так, прошло 15 минут. Мое золото где-то наполовину растворилось вот в суперреагенте. Оно тоже растворяется очень медленно. Не так, как все привыкли. Вот в чем его отличие. Его можно применять в небольшом количестве. Вот этой вот бутылки, к примеру, хватит килограмм на 100-200 породы обработать и выделить оттуда во все золото. 100-200 килограмм. Это сколько кислоты уйдет? Ну, к примеру, литров 15-20 уйдет только царской водки. Это так, минимум. И то я, наверное, это минимум говорю. Затем обработка в соляной кислоте. Еще уйдет литров 5 кислоты. А сегодня соляную кислоту купить трудно. Потом это фильтровать придется часами все. Часами там, днями, а то есть, не знаю, неделями. Вот, видите, пузырьки выделяются, золото выделяется. А по-другому из этого раствора золото не выделить, сразу вам говорю. Только этим порошком, что я насыпал, или вот этим черным порошком, вот он номер один. Вот будущее, поверьте мне. Это вещество способно золото вытаскивать из любых растворов. Из царско-водочных, из вот этих растворов моих нестандартных, о которых никому ничего не известно. У него уникальное свойство, как я сказал, он впитывает в себя молекулы, и они там как будто застревают, как бы. Вот. Он не выделяет осадок, а ловит молекулы. Молекулы золота. Что само по себе уже уникально. А дальше просто... Этот осадок собираем, обрабатываем, дорабатываем его и получаем чистый концентрат золота. Этот порошочек можно применять, я его испытал и немножечко был шокирован результатом. Ладно, я об этом еще сделаю видео, наглядное видео. Ну, вот золото травится, вот, уменьшается, оно как будто тает, как сахар в воде. Вот оно, видите, меньше его становится. Я, правда, не знаю на камере. Видно, не видно все. Так что после этой трилогии я больше свое внимание уделю вот оксидисто-железистым рудам. Вот таким вот. Вот я взял с того ржавого каньона. Здесь примерно 20% железа. Вот и сами подумайте, это с 10 килограмм. Примерно 2 килограмма будет железа, чистого оксида железа. А на килограмм оксида железа, природного, нетронутого людьми, это не ржавчина вам с забора. Там может быть даже 1 грамм золота.
А там, в этом каньоне, прямо кусками лежит этот оксид железа, вот такими лопухами. Прям просто можно собирать прям. Просто кусками лежит, и все. Это я так даже, знаете, подобрал. Просто землю в перемешку с этой ржавчиной. Так, ну вот золото растворяется. Замечательно, вот оно уменьшается. Оно тает, 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 как сахар в воде. Никакого запаха нету. Он не токсичен, не вреден абсолютно. Его можно применять в любом количестве. И не бояться за здоровье. Я не собираюсь сильно делиться этой информацией. Это секретная информация. Сами подумайте, если я действительно создал что-то такое уникальное, зачем делиться просто так с кем-то? Я как автор имею право за собой сохранить эту тайну. Так, ну вот, золото, кстати, начинает растворяться понемногу в царской водке тоже. Вот что-то начинает уже. Что-то начинает. Но очень плохо, медленно. Уже почти 20 минут прошло. И здесь уже растворилось наполовину золотишко. А раствор как был такого же цвета, как я добавлял, так и есть. Как я говорю, золото, растворенное в нем, имеет прозрачный цвет. Можно еще добавить. Может, быстрее будет растворяться. Я это золото доработаю. Потом выделю этот осадок при помощи вот этого вот восстановителя, который туда насыпал. Но это мое золото, вот это мое золото. Это я показываю, я в конце видео покажу. Когда осадок выделю из него, я его растворю в царской водке и покажу вам, как уже железо, к примеру, прореагирует, как все привыкли. Потому что напрямую применять его бесполезно, я уже показывал вам, что будет с железом. Также и с оловом. А вот к этому раствору можно применять железо, олово, как все привыкли. Ну вот уже раствор желтеет, желтеет. Ну-ка, дайте я попробую просто олово наберу. Капнем в царско-водочный раствор стандартный. Так, олово наше. Берем капельку и капаем сюда просто. Золото, наверное, уже немного протравилось. Будет просто реакция. Крашиваться будет, не будет, ну-ка. Ну да, вот реагирует вот уже. Чуть-чуть золото растворилось. Вон, видите, там пятна появляются. А, вот, видно, во. Ну, вот золото растворилось. Стандартная лиловая краска, видите, да? Вот она. Сейчас она растворится снова. Ну, это золото уже. Вот. Царская водка. Стандартная царская водка показывает наличие золота. А этот раствор не покажет ничего. Золото уже наполовину тоже растворилось. Вот я вижу. Вот она. Тает, 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 как сахар в воде. Вот. Давайте я сделаю вот так вот. Смотрите. Сюда сейчас возьму немного, несколько капелек. По-моему, только там кислота была. Потому что, я думаю, придется еще ждать минут 30, чтобы все до конца растворилось. Камера у меня скоро и батарея сядет. Я не могу столько долго ждать тоже. Так, уже 20 минут она включена у меня. Так, ну вот золото растворилось. Вот, наполовину где-то только. И растворяется. Сюда берем вот так вот, смотрите. Вот. Вот я взял. Все, вот столько хватит. Здесь уже золото есть, поверьте мне. Берем олово, и никакого смысла нету добавлять сюда олово. Вот я добавляю, просто муть будет и все. Ну вот олово восстановилось, само олово восстанавливается, видите, да? Вот я добавляю, смотрите. Вот.
Оно не выделит золото. Сперва муть выделяется, но если олова налить много, эта муть снова растворяется. Вот. Никакой реакции нету, но золото здесь есть. Я это знаю. Также и железо бесполезно сюда лить. Ничего не выделится. Абсолютно. Никакой окраски даже не будет. Ну, давайте еще подождем минут 5. Олово можно сюда вылить. Я это золото выделю тем порошком. Ну а здесь вот снова растворяется осадок. Кислота крепкая. Я это перелью в эту баночку потом. Стандартный раствор. Здесь золото из посуды. Осадок золотом. Поэтому я все и подготовил. Вот. Этот обзор в основном про суперреагент, про его свойства, про которые я уже вам рассказал. Про его основные свойства. В том, что его применять выгодно, что он заменит десятки, а то и сотни литров кислоты царской водки. Что еще самое приятное, да? Что самое приятное? Во втором видео вы сможете наглядно посмотреть, насколько его мало можно добавлять, и он будет растворять золото. Ну, к примеру, вот эту бутылку можно разбавить на 1 тонну воды, вот эту бутылку, и будет золото растворяться. Попробуйте вот такую бутылку разбавить на 1 тонну воды кислоты, даже полную бутылку, и попробовать растворить золото. Что-то я думаю, что у вас ничего не получится. Даже если вы туда 2 ведра кислоты нальете на 1 тонну воды. А это вещество будет растворять золото. Понимаете, да? Теперь, ну вот золото растворяется, оно уменьшается, его все меньше и меньше становится. Не забывайте, это не кислота. Золото растворяется медленнее намного. Ну, растворяется, вот оно растворяется. Так, ладно. Золото выделяется из раствора. Видите, пузырьки идут. Пока идут пузырьки, значит, проходит реакция между раствором и осадком. Почти все золото растворилось от царской водки. А здесь растворилось только все наполовину. Продолжает растворяться. Но это не важно, что царская водка все растворила. Разумеется, она более активная. А это вещество чуть-чуть медленнее растворяет. Но у него преимущество, я уже говорил, в чем. Прошел где-то час времени. Золото почти все растворилось. На этот раз почему-то более медленно растворяется шелуха золотая. Я вообще тестировал вне съемок. У меня она за 15-20 минут растворялась. Ну, может, слой был толще золота на деталях. Вот. Видите, уже почти все растворилось. А раствор, видите, как был, почти не изменился в цвете. Как я и говорил, скорее всего, золото, которое растворяется в этом растворе, получается прозрачного цвета. Это супер реагент окрашивает еще, видите, раствор в такой немного как бы бордовый цвет, желто-бордовый. Осадок почти выделился, уже пузырьки почти не выделяются, понемножку вот идут, еще немного совсем вот. Из этого раствора я также выделю золото, а здесь шелуха вся растворилась. Стандартный раствор, видите, да, зеленый. Такой желтовато-зеленый золото. Могу, кстати, быстро провести реакцию и убрать этот раствор уже на хранение. Берем капельку олова. Стандартный раствор царско-водочный. Сразу. Нормально. Ну, разумеется. Потому что это стандартный раствор. Реакция сразу протекает, а здесь ничего не будет протекать. Так, убираю сюда
Вот сюда вот. Это с одного процессора где-то золото. Так, ну все. Потом это я буду перерабатывать уже, когда буду перерабатывать те радиодетали. А из этого раствора, из вот этого, буду выделять золото при помощи порошка. Я уже подготовил. Вот. Сюда насыплю. И золото выделится вот отсюда. Так же, как и вот отсюда. Прошел еще один час времени, мое золото почти все уже растворилось, чуть-чуть осталось, какая-то муть, немного золота в виде мельчайшей пыли какой-то, а так все растворилось, считай, уже почти ничего нету, а раствор как был, такой и есть, видите, немного муть, чуть-чуть золота, чуть-чуть еще есть, можно в принципе уже выделять из этого раствора осадок. Я еще с этим веществом буду работать очень много, и видеообзоров тоже будет много. Теперь я буду в основном с ним работать, если буду выделять золото из руд каких-то, из таких или из камней. Так что это вещество теперь постоянно будет мелькать. Мне даже и доказывать не придется, скоро все поймут, что оно существует. В любом случае. Так, добавляю сюда восстановитель, пусть золото выделяется в течение этого часа. Вот я добавил, сейчас дело пойдет. И пришло время доработать этот осадок, где золото уже выделилось. Помните, да? Я добавлял. Просто вот так вот сливаем ненужный раствор. Осадок очень тяжелый, он останется весь. Промываем, сполоснуть так вот. В следующем видео я буду также выделять золото из посуды с помощью суперреагента из камня. И вы сможете наглядно посмотреть его эффективность. Пойдет, все, хватит. Ненужный раствор. Это реагент окрашивает раствор в такой цвет. В нем золота уже нет. Все золото вот в этом осадке. Вот он, осадок этот наш. Так, я подготовил царскую водку заранее. Наливаем. Сейчас золото растворится и сразу проведем анализы. Ну вот, вот оно, золото мое все. Вот оно. Это золото окрашивает раствор. Здесь нету других примесей, понимаете? Суперреагент восстанавливает только, ой, извиняюсь, растворяет только золото. Я не буду его показывать вам оловом. Или точнее, ладно, покажу быстро капельку, анализ. И сейчас восстановлю его сразу. Вот, видите, да? Выделю сейчас сразу осадок железным купоросом. И для примера, ладно, капну, вот давайте капну. Видите, это осадок золотом растворился мой. Берем олово, капаем. Видите, да? Как видите, я не вру. О чем мне врать? Я вам сказал, супер вещество. Уникальное просто, и его ничто не заменит. Ничто абсолютно. Нет, это не цианид калий, если кто-то вдруг подумает. С цианидом калием я еще вам покажу обзор, не беспокойтесь. Я о нем знаю все, чего не знают ваши химики. Так.
Это мое вещество. Я ему позволю вносить путаницу никому. Так. Вот он, раствор золотом. Чистейший. Берем железный купорос. И на этом видео заканчивается, считаю. Сейчас. Так, я набрал железный купорос. Вот столько хватит. Наш раствор золотом. Добавляем. Вот оно, золото. Вот все. Осадок выделился коричневый. Видите, да? Вот оно, золото. Ну, в этом растворе я растворял настоящее золото. Вот из вот такого раствора я выделял железным купоросом золото, потом растворял в суперреагенте, как говорил. Это я специально подготовил раствор. Но вы сможете наглядно посмотреть, как я из камня выделяю золото в следующем выпуске. Там раствора получилось немного, но это хороший наглядный пример будет. И из посуды. Вы поймете, в чем его уникальность. Кстати, золото вот уже тоже выделяется. Вот осадок уже выделяется. Пузырьки идут, выделяются. Пусть постоит, часа полтора этого хватит. Потом также растворю, и золото выделится. А этот осадок, он уже золото садится на дно крупное. Этот осадок я буду ловить на фильтре. На вот этом фильтре, на вот этом, помните, да, его? Я на нем ловлю всякие осадки, потом я это золото растворю снова и уберу уже, к примеру, вот сюда. Вот такой концентрации золотой раствор. Поэтому я говорил вам, скапливаем, получаем золото. Так, сейчас, подождите. Сюда уберу. Сюда можно фильтровать уже золото нашего на осадок на дне. Набрал я вот так вот, пойдет пока. Видите, осадок уже вон золото. Круто, да? Это все очень круто, но вы еще не знаете, на что способно вот это вещество. Вот. Как оно способно выручить при извлечении золота. Не вот это, что я сюда добавил. Это хорошо для таких растворов, где концентрация более-менее. А вот этот порошочек, вот это будущее, как я вам сказал, он улавливает молекулы золота. Можно сказать, что из морской воды можно золото выделять. Только там концентрация слишком маленькая. Но тем не менее можно. Даже оттуда. Так, подливаю. В принципе, раствора не так много. Все, золото задержится на фильтре. Потом я этот фильтр растворю. Как видите, я вас не обманывал. Золото выделилось, потому что я провел испытания. Я просто так ничего не показываю. А это золото Сергея из того процессора. Золото выделится. То же самое проделаю, растворю в царской водке. И уберу уже раствор этот сюда, куда я уже сливал золотые растворы. Вот и все. На этом конец.